Вот так вот выглядит фраза: да в этом месяце я немного книг купила. Тем временем стопка 30-килограммовая. Всем привет, с вами я, Алина. Я безумно счастлива, что мы с вами здесь сегодня собрались. Ух, какие штосты зачитала. Потому что сегодня мы с вами посмотрим мои книжные покупки, а также откроем долгожданный посылки. Вы бы знали, как сильно я хотела открыть эти посылки. Они стояли и смотрели на меня недели две. И вот, наконец-то, я снимаю это видео. Мне кажется, формат распаковки книжных посылок — это еще интереснее и уж точно эмоциональнее. Так что я тут во всеоружие, и давайте скорее смотреть. Ух, ой! Я не ожидала, что стопка такая тяжелая. Я чуть не улетела вместе с этими книгами, ну вы понимаете, да? Вот такую стопку книг я забрала вчера. Здесь книги на 6 килограмм. Они были в пакетах, поэтому, чтобы не шуршать пакетами, я их достала. Фух, аж рука устала. Но сейчас я покажу, что я тут купила. Фух, подождите, у меня аж сердце замирает, но... Это такая красота. Я мечтала, чтобы у меня хотя бы парочку книг Стивена Кинга стояла вот в таком потрясающем издании. И вот у меня появились эти книги. Я так счастлива. Я вот забрала их и даже не рассматривала специально, чтобы на видео вам показать все свои эмоции. Но какие же они прекрасные. Сейчас мы еще из пленочек их откроем. И вот книги, которые я сейчас вам покажу, я заказала с магазина MyShop. Это теперь, наверное, мой самый любимый книжный интернет-магазин. Я не знаю, как так происходит. Это какая-то магия, потому что когда я захожу в этот магазин, то мне сразу на глаза попадаются книги, о которых я давно мечтала, которые я давно хотела, издания книг, о которых я даже не знала, но я в них влюбилась. Вы сейчас увидите книгу и тоже будете, наверное, в шоке, как и я. И что самое классное, что цены там очень доступные. Я была в шоке, поэтому ссылочку на все книги из этого видео я ставлю в описании, и вам советую перейти посмотреть на книги и цены. Но... вот эти книги Стивена Кинга мне попались, и я поняла, что все. Это судьба, без них я не выйду. Мне не верится, что эта книга теперь у меня на полочке стоит. Все, уходи, уходи прочь. Боже, это еще и противостояние. У нее такая красивая обложка. Господи, этот запах, ребята. Я в восторге, я в дичайшем восторге. Здесь лиссе, качественные белые страницы, такой приятный шрифт и хоть такой вот талмутик, но ее так приятно держать в руках. Понятное дело, что книгу с собой эту не поносишь, да, она тяжелая. Но как это классно выглядит. И здесь, кстати, еще на суперобложке написано, какие романы у Стивена Кинга выходили. С самого первого романа, напечатанного, это Кэрри, и вот до последнего. Здесь последний — это Институт 2019 года. Так, у Стивена Кинга еще вроде бы книги выходили. Но, боже, это такая красота. Она так эффектно выглядит. И вторая книга Стивена Кинга, чтобы та книга у меня одиноко не стояла, это «Жребий Салема». Стивен Кинг, книга про вампиров. Я обожаю тематику вампиров, поэтому, конечно, на эту книгу я тоже засматривалась, и вот решила взять ее в таком вот красивом издании. Очень надеюсь, что история мне понравится, но по аннотации я почему-то уверена, что книга мне понравится. Обложка у нее такая здесь прям пугающая. Мне еще очень нравится, как эти книги минималистично выглядят внутри. Ну, прям очень круто, супер обложка, очень-очень приятная на ощупь. Но я часто видела это издание в магазинах, и все никак-никак не могла купить, но когда увидела их на моей шопе, все, у меня сердечко ёкнуло, и я поняла, что нет, я не могу без них, мне они нужны. Я счастлива. Что еще для счастья надо, как бы, как говорится? Следующая книга, о существовании которой я даже не знала, я даже ни разу не видела, и вот когда увидела ее на моей шопе, я в таком шоке была. Посмотрите. Все фанаты Энн, мне кажется, сейчас тоже с замиранием сердца смотрят на эту красоту. Книга называется «Аня из Аванлея», и это продолжение истории «Аня из зеленых мезонин». Книга называется, сериал называется «Энн» от Netflix. Я обожаю сериал, до основной серии книги никак не могу дойти, потому что мне как-то сложно с изданиями, но я увидела вот это вот издание, и это подросшая уже Аня, то здесь захватывается возраст вроде бы от 16 до 18 лет, и вот продолжение этой истории вот в таком вот формате, как раз-таки сериал за
закончился примерно на вот том диапазоне времени. И представляете, теперь я буду читать эту книгу. Она еще так красиво выглядит. Здесь мелованная бумага, потрясающие иллюстрации. Вы не представляете, как эта книга пахнет. Здесь даже форзацы такие нежные. Я влюбилась в эти иллюстрации, поэтому даже вот просто, чтобы эта книга стояла у меня на полках, чтобы эта книга стояла у меня в коллекции, я очень сильно ее себе захотела. Так что все фанаты сериала Энн, я думаю, что тоже сейчас смотрят и думают: господи, я тоже хочу эту книгу. Но я точно могу посоветовать, потому что издание восхитительное. Я так рада, что теперь такая красота стоит у меня на полках. Я хотела хоть одну книжечку про прекрасную девочку Аню, и вот в таком издании хватило такой экземпляр. Моему счастью, опять же, нет предела. Я так счастлива этим всем книгам. Это тоже книги, которые я давно хотела приобрести, но все никак руки не доходили и цены отталкивали. А здесь цены меня очень порадовали, поэтому я, не раздумывая, взяла книгу Маркеса «Любовь во время чумы». Если вы на моем канале давно, то вы знаете, что буквально в каждой книжной охоте я находила эту книгу, удивлялась ее цене за мягкую обложку и не хотела ее в итоге брать. Ну вот, наконец-то эта книга теперь есть у меня, я буду знакомиться с Маркесом. Решила все-таки начать с книги «Любовь во время чумы». Для меня больше аннотации откликается в этой книге, поэтому будем знакомиться. Я очень надеюсь, что мне понравится. Я буду читать и другие произведения Маркеса. И книги нон-фикшн. Именно эти книги этого жанра меня очень привлекали. И вот, наконец-то, до них дошли у меня руки. Это «Сила воли» и «Антихрупкость». Особенно у меня всегда взгляд пал на книгу «Антихрупкость». Она такая тоже красивая, немножко большого формата. Это очень классное издание. Эту книгу тоже безумно хочу прочитать, и я надеюсь, что займусь этим в ближайшее время. Еще раз напоминаю, что все ссылочки на эти книги я оставлю в описании под этим видео, можете посмотреть или найти какие-то книги, которые вас заинтересуют. Ну а мы с вами приступаем дальше. Давайте, чтобы разнообразить, с вами сначала откроем посылки, а потом посмотрим остальные книги, которые я покупала вне, так сказать, посылок. А сейчас я хочу немного прерваться и поделиться с вами действительно полезной информации, которую я вам советую от всего сердца. Мне кажется, что у всех было такое, что где-то что-то заболит, например, в боку заколет, и что вы делаете первым делом? Конечно же, вы идете гуглить в интернет, что же с вами такое. Но тем самым вы делаете хуже только себе, потому что там такие ужасы написаны, что вы думаете, что просто лучше лечь и ждать худшего. Но как же круто, что сейчас появилось приложение на поправку, где в чате, не выходя из дома, вы можете задать любой интересующий вас вопрос и проконсультироваться с квалифицированным врачом, который ответит вам буквально через несколько минут. Также приложение позволяет искать врачей, записываться на прием и обследование в клинике. Я вот, например, недавно сдавала анализы, и сейчас у меня в мае с дипломом, с переездом в июне такая суматоха, что я никак не находила время, чтобы сходить к врачу, чтобы мне расшифровали анализы. Но как же вовремя мне попалось приложение на поправку, где опытный специалист помог мне совсем разобраться и дал рекомендации, например, по витамину D, которого у меня дефицит. Я советую подписку, с ней гораздо дешевле и удобнее заниматься своим здоровьем. А еще в чате благодаря данной подписке можно безлимитно спрашивать не только о своем здоровье, но а также о здоровье близких вам людей в любое время и в любом месте. Это очень удобно. А по моему промокоду Bookstar у вас будет действовать скидка целых 25% на первый месяц подписки. Ссылку на приложение я, конечно же, оставлю в описании к этому ролику и искренне вам советую. И я хочу начать с вот этого пакетика, потому что я знаю, что здесь тоже такие долгожданные книги. Так. Здесь у нас сверточек, чтобы ничего не помялось. О, тут три книжки, ничего себе. Это у меня пришли книги от издания Росмен. В бумажках запечатано. Давайте мы начнем. Господи, почему все так вкусно пахнет? Запах новых книг — это самое прекрасное, что когда-либо я чувствовала. Давайте начнем с этого. Я вам говорила в последнем видео, что я очень жду эту книгу, что я ее очень хочу. Себе даже не спойлерила и не смотрела, как она выглядит. Вы уже понимаете, что это? Вы понимаете? Я знаю, что это. О, божечки, какая красота!
Да, это продолжение комикса Cotton Tales от первой части, от первого тома, точнее. Я осталась в восторге, особенно от рисовки и первое это раскрытие. О боже, как это красиво. Первый том прочитала буквально за час своего времени, поэтому второй том, я думаю, тоже очень быстро прочитаю. Но какая же красивая обложка и какое красивое содержание. Еще первая часть так закончилась, что я очень хочу прочитать. Я думаю, прям вот вообще в самый ближайший вечер я уже прочитаю этот комикс и поделюсь с вами своими впечатлениями в Телеграме. Обязательно. И вот мне очень интересно, что же здесь. Одну книгу я знаю, мне кажется, она здесь находится. Давайте тоже с вами посмотрим. Она, не она, да, это она. Очень ее хотела. Смотрите, сейчас так покажу вам. Это книга «Гретель и ее бесы». Вау, она на ощупь как будто бархатная, такое у нее оформление, soft touch, и обложка такая красивая, такая мрачная. Но это восхитительно выглядит, ребят. Я поражена в самое сердце. Это ретейлинг, я обожаю книги-ретейлинги, читала вот, например, «Лунные хроники», тоже ретейлинг на сказки, такие диснеевские, но это часто встречаются, а здесь такая вот сказка, кстати, я вообще с ней не знакома, это «Грензель и Гретель», я ни разу не слышала, сказка про брата и сестру, может быть, нужно глянуть, но очень интересно познакомиться с этой книгой, я слышала только положительные отзывы, говорят, что здесь такая мрачная атмосфера, как и обложка, и это меня очень сильно привлекает. И плюс авторы этой книги Герман и Тамара Рыльские, тоже, кстати, брат с сестрой. И я у этих авторов читала книгу «Ноктамбула», от которой я осталась в таком огромнейшем восторге, поэтому я уверена, что эта книга, тем более с таким интересным сюжетом, мне тоже понравится. Я вообще не знаю, что это тут ко мне пришло, я просто не помню. Да, все-таки, наверное, я выбирала эту книгу, да-да-да. Смотрите, какая милота, книжная кухня, я вспомнила, совсем же забыла про эту новинку. Это должна быть какая-то такая уютная история. Это такой азиатский роман, я обожаю книги с азиатской направленностью. «Алая зима», горячо люблю эту серию. И тоже дорамы, манги, в свое время я любила, читала. Так что мимо этой новинки я не смогла пройти. Это у нас кислород, Гроссман кислород. Вообще, красота. Вы чувствуете это наполнение счастьем? И наполнение моей комнаты, кстати, мусором тоже. Я уже вся в коробках, в бумагах, хотя мы сами еще далеко не все открыли. Давайте вот дальше, за то, что мне взгляд цепляется, давайте еще откроем пакетик, чтобы уже дальше мы открывали с вами посылки, коробки. Так, и это у меня что? Ой, какая прелесть, вы посмотрите, ну вообще. Ой, еще эта книга подписана мне автором, с огромной любовью от автора. Тоже увидела эту книгу, очень сильно ее захотела. Это Ольга Вечная, книга называется «Доверься». Видите, что обложка такая новогодняя, ну знаете, мне иногда хочется почитать чего-нибудь такого волшебного и сказочного, даже в теплое время года. Иногда мне просто не хватает этого, я создаю себе в комнате такую сказочную атмосферу, читаю какую-нибудь сказочную историю, поэтому я не удивлюсь, если книгу я прочитаю прям в самое ближайшее время. О, еще мне автор положил открытку, смотрите, стыдно не будет. Ольга Вечная. Такая вот красивая открытка, вам поближе покажу. Ничего себе, мне автор положила открытки, несколько открыток на определенной страничке. Видимо, это как-то связано с сюжетом книги, я даже сначала не заметила. Смотрите, какие красивые открытки, вау. Книга небольшая, здесь буквально 300 с небольшим страничек. Так что да, будьте с вами тоже, читать обязательно. Давайте теперь откроем посылки. Первая посылка у меня от Book24, так что давайте сейчас заглянем, что же здесь к нам пришло. Интересненько, я тоже догадываюсь, что здесь. Открываем, у нас чеки всякие, пленочка. Смотрите,
Какая прелесть! Это прям такая, как подарочная коробочка. И здесь внутри три книги. Написано с чистого листа «Книги для счастливой жизни». И какие тут книги входят? Это «Магическая уборка». Я думаю, что про эту книгу очень многие слышали. Я в том числе очень сильно захотела. «Радость малого» и «Легко. Искусство простой и счастливой жизни». Так, ну что, давайте тоже с вами откроем. Посмотрим на книги поближе, потому что тоже их очень хотела. Для меня сейчас эти книги будут очень полезными, потому что у меня ожидается переезд уже совсем-совсем скоро, и мне хотелось бы начать, так сказать, новый этап своей жизни и почитать вот такие вот книги касаемо уборки, наведения порядка. Особенно вот я, конечно, очень многое слышала про книгу «Магическая уборка», вот эту вот красоту. Много и часто ее видела, особенно раньше она прям шумела, часто ее блогеры показывали, и вот у меня наконец-то тоже руки до нее дошли. Также здесь есть, какая красивая книга, «Легко. Искусство простой счастливой жизни». У нее даже как будто такая тканевая обложка, тоже хочу сейчас ее с вами открыть, пощупать, потому что издание у нее какое-то очень красивое. Обложка как будто из льна, знаете? Смотрите, какая красивая книга. У нее внутри так странички красиво оформлены. Классно. Сколько в вашем гардеробе одежды, которую вы не надевали больше года? Это вот мне нужно 100% читать перед переездом, чтобы понимать, что не нужно с собой тащить лишний хлам и лишнюю одежду, которую я уже не ношу годами. Еще одна книга, это «Радость малого. Как избавиться от хлама», как раз таки привести себя в порядок и начать жить. Вот супер полезные книги, иногда прям очень классно почитать вот что-нибудь такое, параллельно с романами, с фэнтези, там, с классикой. Параллельно я люблю читать вот такие вот полезные книги, так сказать, для жизни. Так что вообще замечательно, я очень рада, что такой бокс теперь появился, у меня еще он так красиво выглядит, прям даже на подарок кому-то, очень круто. Кстати, ребят, напоминаю, что сейчас на платформе Litnet проходит книжный фестиваль, где скидки до 50%, он продлится до 31 мая, поэтому вы еще можете успеть книги по очень хорошим ценам. Дальше у меня такая вот коробочка, давайте заглянем, что здесь ко мне пришло. Торжественный момент, и... Вау! Какая-то тоже невероятная красота здесь. Смотрите, какая красивая обложка. Книга «Мотыльки» Ольги Павловы. Вау, какой здесь красивый форзац, вы посмотрите. Здесь у нас враждебные государства, сражения. Захотелось мне вот очень сильно такого почитать, поэтому мой взгляд пал на эту книгу. Будем читать. Скоро-скоро-скоро совсем расскажу вам о ней, как прочитаю в Телеграме, на канале, везде буду рассказывать. Последняя посылка, которая у нас с вами осталась, давайте тоже ее вместе с вами откроем и посмотрим. Уже как я приноровилась открывать книги. Ух ты, я тут открываю. И тут меня такой мишка встречает. Как мило, божечки ты мой. Первая книга, которая встречает нас с прекрасной мишкой, это «Мужские правила» Марк Мэнсон. Очень многое слышала про эту книгу. Плюс ее тоже очень хочет прочитать Женя. Поэтому вот, эта книжечка здесь. Дальше. Это очень-очень милая книга, это даже не книга, а ежедневник для пар «Наш год. Один вопрос в день для лучшего понимания друг друга». И, ой, он так красиво выглядит, и такой приятный на ощупь, тоже заказали мы с Женей, чтобы заполнять его вместе. Я думаю, это будет очень мило и круто. Что какие-то будут интересные вопросы, наверное, в Телеграм буду свой скидывать, присылать, показывать вам. Дальше, «Формула онлайн-репутации». Такая вот книга тоже очень красиво выглядит. Alpina Pro. Обожаю, как они выпускают книги. И «Любовь к несовершенству». Такая у нее красивая обложка. И так она меня заинтересовала. Тоже такая вот тема. Я обожаю такие книги. И эта книга, от которой становится тепло внутри, как здесь написано. А я вообще горячо-горячо такое люблю. И иногда мне такое надо, прям надо, чтобы мне книжка подарила такие вот теплые эмоции в душе. И такая она потрясающая, это вообще... И ничего себе, ничего себе, сначала вам показала, а потом сама увидела. Здесь внутри еще вот такие вот очень красивые иллюстрации. Ну это вообще, ребят, восторг.
Я вообще не ожидала, что эта книга еще такая красивая внутри будет, правда. Книга начинается с главы «Забота о себе». Но это очень важно, это очень круто. Так что тоже буду читать. Как же много всего! Я только сняла книжные планы и говорила, что вот, не буду себе много планов ставить. В итоге там понаставила кучу планов, потому что там книжные покупки и так далее. Да, потому что уже вот сколько у меня, как огромная стопка, я все хочу прочитать. Боже ты мой! Столько эмоций, столько книг. Я в шоке, я просто в шоке, ребят. И давайте посмотрим те книги, которые до этого ко мне приходили, которые я покупала уже без распаковки. Ко мне приходили еще три книги от Бомборы. Тоже вам уже их показывала много где, но покажу сейчас быстренько еще. Это книга про отношения «Крепче, чем ты думаешь». Книга для тех, кто считает, что с их отношениями что-то не так. Ну, конечно, такое название, да, такое интригующее, интригующее, но книга, в частности, именно просто про отношения, про лучшее понимание друг друга, поэтому я люблю книги про отношения. В любом случае, всегда что-то новое ты для себя, для своей пары находишь. Еще одна книга — это Pixar «Перезагрузка». Я обожаю мультфильмы Pixar, поэтому мимо этой книги, мимо книги о студии, которая создает такие шедевры, я не могла пройти здесь вообще все, весь путь становления этой студии, как там все развивалось, какие были проблемы, кризисы, взлеты, падения, так сказать. Поэтому я очень захотела познакомиться с этой книгой, и чтобы вообще эта книга стояла в моей коллекции, я потом там своим детям, внукам показывала, посмотрите, какая красота у меня есть. Это история превращения Pixar из крохотной компании на грани банкротства в культовую анимационную студию. Вот правда, что это культовая анимационная студия, я согласна полностью. Вот книга, которую я показывала всем недавно в моих книжных планах в прошлом видео, это «Жизнь гейши», прототипы главной героини фильма, книги, мемуары гейши. Я думаю, что все слышали про эту историю Артура Голдена. И я тоже как-то думала прочитать ее, но в итоге увидел Бомборы такую новинку, и это именно мемуары. Там говорят, что некоторые моменты автор Артур Голден наврал, еще что-то, а здесь все по-настоящему, все правда, реальная история, реальные девушки, мемуары, поэтому мимо этой книги я не смогла пройти. Так, у нас уже стопка книг вылазит за кадр видео, а это еще, между прочим, не все. Ну ладно, давайте, чтобы она вылазила, мы смотреть будем, сколько много книг. Эти книжули я купила в фикс-прайсе по очень смешным ценам, обожаю фикс-прайс, и скоро совсем мы с вами побежим в фикс-прайс смотреть новинки, потому что мне уже везде присылают, и там такие новинки, поэтому скоро мы с вами пойдем в фикс-прайс, я думаю, что это уже будет следующее видео про охоту в фикс-прайсе, но пока я уловила, когда была в Липецке, смерть, первая смерть Лайлы, это книга у нас триллер, такой детектив мрачный должен быть, тоже вам говорила в планах, что хочу теперь взять ее либо на марафон 12 часов чтения, как снимала уже недавно, либо 24 часа чтения, в общем, что-нибудь такое, чтобы эту книгу вместе с вами прочитать. И также этот татуировщик из Освенцима, эту книгу я взяла из-за того, что, во-первых, мне ее советовали, вы говорили, что это тяжелая книга, но очень интересная, и что меня очень сильно зацепило, что это история на реальных событиях основана. Конечно, мимо такого я не смогла пройти, я обожаю такие истории, душераздирающие истории на реальных событиях, которые, правда, вызывают у меня эмоции, у меня слезы в три ручья льются. Поэтому вот, эту книгу я приобрела, сомневаюсь, что буду с вами читать в каком-нибудь марафоне, вместе, наверное, буду читать ее вне марафона, потому что книга, правда, говорят, очень тяжелая. А последние три книги мы с вами тоже покупали вместе в Окей на книжной охоте, где я была в шоке от цен и от ассортимента книг, и, конечно же, я купила эксклюзивную классику, мне кажется, в каждых моих книжных покупках есть книги серии «Эксклюзивная классика», а потом я удивляюсь, почему у меня эта полка с «Эксклюзивной классикой» уже просто ломится, и книги туда не влезают. И я себе купила «Дом с привидениями» Вирджиния Вульф, и, конечно, Шарлотта Бронте «Учитель». С этим автором хотела познакомиться, а эта история очень сильно зацепила. Мне кажется, она будет такой мрачной, и на осень будет самое идеальное ее взять, поэтому, скорее всего, прочитаю ее уже осенью. А Шарлотта Бронте «Учитель», потому что это Шарлотта Бронте, я обожаю Джейн Эйр, горячо люблю. Я всегда знала, что буду дальше знакомиться с этим автором, и когда увидела книгу в Окее именно «Учитель», все-таки решила взять ее. Тоже по аннотации меня зацепила, поэтому никаких раздумий не было, тем более за 150 рублей.
я сказала, что, конечно, я ее беру, запечатайте мне ее, пожалуйста. И также я сказала и книге «Две встречи в Париже». Такая вот книжка, малютка, которую я тоже купила за 200, за 250 рублей. Ну, подкупила меня цена, да. И сейчас я возвращаюсь к автору Джорджу Моэс, хочу читать ее книги, поэтому почему нет, взяла эту малышку, и классно ее взять будет летом в какое-нибудь путешествие, так как она такая маленькая, вообще миленькая, компактная, положить ее в какую-нибудь сумочку, чемодан и читать там. А вообще, это книга предыстории книги «Девушка, которую ты покинул». Очень интересно, на самом деле, если эта книга мне понравится, то, конечно, и ту историю я тоже обязательно буду читать. В этом месяце мне мало книг получилось, да-да, тем временем стопка 30-килограммовая, мне кажется, где 26 книг. Угу. Конечно, да. Честно говоря, я в шоке, я сама в шоке, но я так рада, что у меня теперь такие потрясающие книжечки появились, это вообще... Я заряжена позитивом, прекрасными эмоциями, надеюсь, что и вы тоже пропитались этой атмосферой новых книг. Всем спасибо за просмотр и пока-пока, увидимся с вами в новых видео.